Ае, 1, 2, 3, всем вечер добрый, зрители на Good Game и Twitch. В основном на Good Game на Twitch, по-моему, вообще никто не приходит, там только записи хранятся. Вот, всем привет, воскресный замечательнейший вечер, завершение замечательнейшего дня, в компании с замечательнейшим человеком. Продолжаем проходить LA Noir, в две руки на одном геймпаде с барракудой. Привет. Здрасте. Да, очень рада, что вы пришли. Аллигатор, привет. Мегвек, привет. Cyber Ghost Child, здравствуй. Да, LA Noir, именно он. А, необыкновенная, интересная игра. Поддерживаю. Да. Итак, у нас тут Малев стрелял в зомбаков, а я теперь буду стрелять в заложников. Да, ну иногда в преступников, иногда. Ну и так, для разнообразия просто. Но в основном в заложниках. Ну а чё они, блин? Стоят с собой преступника закрывают, дураки совсем, что ли? Да, будем сейчас детективить. Во все поля. Так, ребят, скажите, пожалуйста, не громко ли игра? Да, скажите, хорошо ли слышно нас? Как слышно игру? Не перекрывает ли одно другое? Да, и не пробивается или другое одно. Или другое одно, да, или первое, третье, пятое, десятое. И не пробивается ли звук дважды в эфир через микрофончик, потому что мы слушаем как бы громкую колонку, и она может иногда... Да-да-да. Все отлично. Спасибо, Cyber Ghost Child. Тогда мы сейчас потихонечку начнем. Да. По традиции, да, правая сторона геймпада принадлежит барракуде, она же Алеандра. Да. Да. И левая сторона моя. С этим как бы мы и начнем. Угу. Крестик. Так, на удивление, мы даже одно дело на 5 звездочек, да, прошли. Ну, все благодаря тебе. Я бы там. Серьезно, я бы вообще по-другому себя повел. Я, скорее всего, вспоминая то, как я играл, Угу. И у меня. Я не уверен, что у меня хотя бы одно дело было завершено на 5 звездочек с первой попытки. То есть я потом какие-то перепроходил, которые мне были интересны. Но вот как бы я не уверен, что у меня получилось это сделать. Ну я игру проходила давно, но неоднократно. И то в некоторых делах у меня, ну, собственно, даже после прохождения, так сказать, возникал вопрос, а почему? Why me? А почему так? Как бы... Явно же там что-то другое выражало, ну, как по мне. Ну, я думаю, либо что-то, ну, напомнится, либо что-то там, может, этой, в голове, как ее, с этой, как ее, с памятью, да. Забыла, как оно? Да, память, точно. Память, да. Может быть, она тоже что-нибудь подскажет. Вот. Может быть, я, когда досмотрю первый сезон Lie to Me, так я вообще, может, всех колоть начну вообще на раз. На раз причём. Да-да-да. Вот. Итак. Я думаю, это будет громко. Приятно. Понятно. Так. Так, я становлюсь на Дилен Рауф. Ну, на самом деле, это уже гораздо больше половины игры. А почему ты остановился, Cyber Ghost Child? Написал, что не хватило терпения. А что там терпеть-то? Это же не дота какая-нибудь. Тебе удобно? Дискинцу. О, отлично. Да. Падший идол. Игра полностью на английском. В том числе, ну, в смысле, субтитры тоже на английском. Да, к сожалению, нет на... консолечках нет русского языка, а поэтому мы по мере сил возможности будем переводить. Так, новое дело, две женщины, возможно, бухали. Да, их накачали и пытались убить, возможно. Да. Где это произошло? А это вам понравится. Прям через дорогу вообще. Чего, блин? Chevy Styline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath the Cola King billboard. И, короче, в общем, это скатилось в билборд. Так, кто не знает, вот этот прикольный чувак, это наш, этот, как его? Сейчас посмотрим. Да. А, Бекаускин. Да, Стефан Бекаускин.
Прикольный малый. I'm just trying to fit in. Educated, hardworking, straight as an arrow. I hate to break it to you, Cole, but you'll never fit in at Sochi. Джиу-джитсу. А, не Глеб, да, давай, удачи тебе. Учи свой джиу-джитсу. До свидания, Мегвек. Конечно, хотелось бы, чтобы... Ну, ты с нами остался, да, посмотрел игру, остался, может, какие-нибудь тебе советы дал. Но... Конечно, советы кота, они всегда полезны, практичные и, главное, не затейливы. Угу. Но при этом бывают с хитрецой. Да. Так что, всего доброго. Это, береги вечка своего. Дор, вечер добрый тебе, привет, здравствуй. Д00Р, здравствуй. А здесь выходим. Да. Так. Я, кстати, тоже считаю, что Бековский самый такой нормальный парень, да. Нам нужна машина, точно сказано, через дорогу. Нужна. А посмотри, пожалуйста, где это место, да, отсюда это. Вот. Вот повыше. Вот там разве? Не, там сказано, что под Сососолой. А справа? Да не, вот вижу, вон там машина. Вот сейчас, вот видишь, вот прям над шляпой. А, прям над головой, все, да? Я не туда смотрел. И как у нас, черно-белый или черный? Или он красненькую? Да нет, едем на своей, не грабить же население, может, все-таки полиция? Да ладно. Да, ну не российская полиция. Оп. Обошел столб, не с первой попытки я его обошел. Итак. Рын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дор, да это большая тайна, и она меня волнует, печалит и беспокоит. Давай, отъезжаем. Так. Ой, уже нет. Не отъезжаем? Теперь отъезжаем. Ой, здрасте. Надо бы развернуться. Да. Извините. Слушай, Дор, да я думаю, как бы, ну, Konami не маленькая компания, найдут кому попрограммировать-то. Там нужно сначала наверх, вот, потом как-то заехать. Там, по-моему, направо просто. Да, направо. Я потому что первый раз поехал где-то не так и долго искал место. Ну, короче, вот он. О, видишь, нам показывают. Ага. Прикольно. А, заезжаем. Желательно не зацепить того, кто нам показывает. Stop just ahead. О, как. Ранер уже там. Mm-hmm. Лицо это знакомое. Mm-hmm. Это Джуди Баллард. Тартанзары, что-то животное в Амазонке. Да, Жанетта Маккафи. Что-то, походу, это актриса. You could have called this in by megaphone, Enrique. Ты бы мог до нас достучаться, да, докричаться по мегафону. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Gonzalez? Right through the empty lot and off the side of the escarpment. For stories that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? Driver's beat up. Not too bad considering. If she hadn't hit that billboard, we'd be scraping both of them off the pavement. Passengers are Jessica Hamilton. She's just a kid. Pretty knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, stall the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. Так, ну три человека, да? Водитель, который побит, как он сказал, да, бит. Не, в смысле, он сказал, что актриса, как бы, это и есть водитель. А, да? Да. Ага, ну что, они, значит, оба, ну, накачаны, так, это немножко их потрясло, но, в принципе, ничего серьезного. Будут, да. Маленькую, да, только увезли в центральную, ну, не в центральную, да, больницу, но в ближайший, да, приемник какой-то. Да. А вот, он там вот сидит в оранжевом, значит, это, понимаю, кто же. Да, и она, Гонзалес нам сказал, что... Поаккуратнее с ней. С ней поаккуратнее, да, и она считает, точнее, она рассказала, что ее накачал продюсер. Да, наркотиками пытался убить. Да. Да, задел Береса Барракуда. Да. Отгагайствуйте. Можно использовать мое другое имя, Джингл? Вам не знакомо вот это, что я? Ой, ты такой миленький. Может, немножечко слишком серьезный. I'm a big fan. А что обо мне? Я ваш фанат. Ты мне не нравишься.
Свободен. Женщина, значит, в шоке, пьяненькая, но кадрит. Такая нормально, знает о себе это. Что-то теряется, допинг. Короче. Угу. Да. А значит, allegation — это обвинение, насколько я понимаю, да? Вроде допинг, как так. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. Значит, понимаю, что вы в шоке, да? Says that you claim that you were drugged. Who did this to you? Вы говорите, что вас накачали наркотики. Микки Финн, говорит, это сделал. It's no wonder I feel so dopey. Поэтому-то мне так хреновенько. Я не помню. Смотрю, у нее шрам на лбу. Да у нее, ну да. Гарри Поттер, ее второе имя. А что, у Гарри Поттера? Ну, у него шрам на лбу был в виде молнии. Да? Да. А кто ему такой нанес? Да этот Волан-де-Морт. Как без носа. Далпт. По лицу размазано. Ну, как бы они ехали... Это называется макияж. В 1947 году это называется макияж. Не, ну ясно, что она что-то темнит, судя по лицу, знаешь, она так вот бегает. Так... Глазками, да, стреляет. Да, так... Губы шевелятся, как говорит доктор Лайтман. Значит, человек боится, что что-то выдаст, поэтому он их так это... То напрягает, то они его ползут. Ну, да? Короче, да, типа того. Ну, то есть, если это... А если мы говорим ложь, то мы должны, собственно, потом доказать какой-то уликой, что это действительно так. Так что так. Да. Мадам. Это вообще-то преступление, значит, утаивать информацию. Назовите меня Джун, пожалуйста. А то, типа, я из этого такой старухой кажусь. My husband will settle the score with Mark Bishop. Типа, не волнуйтесь об этом, мой муж разберется с Марком Бишопом, да? Да, только Марк что она говорила Бишоп. Про какого-то Флина. То есть был Флин, теперь еще Бишоп какой-то нарисовался. Ну так, люди. Так, подозреваемый Марк Бишоп. Кто это? Mentioned Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. Так он продюсер. As for his involvement... You just leave it to me and my husband to worry about. Ну, несмотря на все, ты типа оставьте это все мне и позвольте самой разобраться. Угу. Спокойно стоите. Ну да, такой. Теперь как так уверенно. Подожди, ну смотри, вопрос-то был в чем? Я, мне просто всегда казалось в этой. Нет, не то, что мне казалось. Я никогда не понимал, на какой вопрос, собственно, сейчас. А, кстати, такое ее бывает, что какое-то... написано одно, а, собственно, суть вопроса немножко другая. Немножко, ну, это. Да, что там, старт или селект? Старт. Старт. Угу. Вот. Что. Вы упомянули Марка Бишопа. Вы думаете, он имеет какое-то отношение ко всему этому? Он да, ну, продюсер. Кинорежиссер. Да. Что по поводу его участия, да, да, оставьте это мне и мужу. Ну, то есть, вот сам вопрос и ответ, как по мне, вообще не подлежат какому-то анализу. По сути, она два раза сказала одно и то же. Ну да, она до этого упомянула и сейчас сказала. Что есть Марк Бишоп, но я сама с ним разберусь, и вы тут это... Ну, короче, правда, как по мне. Ну, просто я не понимаю, почему здесь вообще даже смысла придираться нет. То есть, вот этот этап, на мой взгляд, можно было бы пропустить. Ну, ладно. Да ладно. Нет, да ладно. Да ладно. We'll take it from there. То есть в чем сомнение это было бы? Потому что они разберутся или в чем вообще? Я не понимаю. Что она сказала? Ап. Она сказала ап. Ну-ка, погоди. Давай переиграем. Подожди, а что? Тут недалеко. It's not going to play that way, Miss McAfee. We'll take it from there. Я вообще не вопрос, чего вдруг такой ответ? Я вот этого никогда не понимал. То есть, как вот, мне кажется, диалог строится не так, как меня, как бы, ну, логика мне подсказывает. Ну, то есть, вот сама ситуация, две фразы всего, да? Он говорит, какое отношение имеет вот этот мужик? Он говорит, по поводу его отношения оставьте мне, мой муж, мы разберемся. Да, да. В чем здесь сомневаться? Ну, то есть, ну, она уже что-то сказала, да. Я просто не понимаю, зачем вообще на этом этапе вмешательство Фелпса. То есть, он понял. Ну, то есть, ему сказали, не вмешивайся, да? Какая типа... разница, что она там сказала вообще, господи. Полиция будет как заниматься своим делом. Как бы узнали имя, то, что... И... Да.
Ну, то есть, даже если сказать сомнение, например, да, какую фразу ты бы сказала, если бы ты сомневалась в том, что она произнесла «оставьте это мне и моему мужу». То есть, сомневаться в чем? Слушай, мы с тобой зафейли, надо было сначала улики пойти поискать. Вот оно что. Да? Да. Да нам пишут? Или ты вспомнила? Написали, я вспомнила, да. Mm-hmm. Давай есть... начнем заново, давай посмотрим. Вот, но это как бы безотносительно улик. Я вот не понимаю саму логику построения некоторых монет. Где тут этот рестарт, да? Да. Саму логику построения этих вопросов. Ну, то есть... Ну, Аня тут, говорю, вот это вот, да, непонятненько. Ранний вечер, добрый тебе привет, здравствуй. Ранний, да. Да, Мегвек вернулся, я смотрю, а Мегвекушка. Про... Не знаю, кружочек. Квадратник. Ладно. Ну, посмотрим. То есть хотел убить и не убил. Возможно, и не хотел. Потому что когда он хочет кого-то убить, он это делает. Не знаешь, так бывает, что когда не хочешь убивать, да, там смерть по неосторожности. С заложниками такое бывает. Там. Ай-яй-яй-яй. Я в том плане, когда бывает, знаешь, там человека пытается убить. Это. И по какой-то счастливой там случайности там доза внезапно, ну, оказывается недостаточно, еще что-то. Ну, короче, типа живое. А бывает, там человеку подошел там. Подножку поставил. Да, подножку поставил. Да. А тут этот инфаркт миокарда, да? Да. Головой об угол. Он, это... Внутрь, он внутрь двери открывает, кстати, внешнюю. Не знаю, это странно, на мой взгляд. Внешняя дверь открывается вовнутрь. Трюки Джеки Чана? Да, Джеки Чан такого с собой не вытворял, да. О, машин добавилось, кстати, потому что здесь меньше машин было. Just ahead. Face looks familiar. Well, that's June Ballard. Ну, думаю, можно пропустить, да? Можно. Ну, в этот раз думаю, да? Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski, long time no see. Так. Так, ну ладно, сначала исследуем тогда, да? Да. Игрек, нет у тебя, да, волшебных таких антенночек, которые принимают Джу энергию? Ну, как бы, это дело времени. Ты, главное, задайся этой целью, и тогда у тебя будет возможность такие заиметь. Так, что нам, вниз надо, да? Да, вот как-то вот, да. Здорово! Здорово, здорово, мужики! О, фотосессия, да. А лестница быстрее? Ну, мы крутые, мы на машине, у нас есть ну, своя да, машина. Ну да, мы что, какие-то там обычные смертные, мы это, LAPD. Здорово! И это даже, то, что лежит на багажнике, это еще даже не самое лучшее, что тут можно сегодня да. найти. Здрасте. Смотрим. Опа. Воу-воу-воу-воу! Ну да, интересно. Рассмотрим к эту тему поближе. Порваны. Где нашел? В ручной сумочке молодой девушки. Да, на вкладче. Типа, отвезем и... в лабораторию, да? Нет, в смысле... А, ну да, типа взяли уже на это... На анализ. На анализ, угу. Мегвек, ну что ты нам рассказываешь, какой же ты обычный кот, когда ты программируешь на C-Sharp? Ну что ты говоришь? Так, сумочка. Может быть, ты обычный еврейский кот?
Так, ну кастом. Дорогая Джесси, ну это маленькая. Пожалуйста, пожалуйста. Дорогая, дорогая, вернись домой. If you... Погоди, погоди, if you're worried about you. А. Типа, если ты беспокоишься своему отцу, типа, не беспокойся. Мы, типа, мы все простили. Он не злится, да, такой, на темпер? My father got a temper. He's got a temper. Да, он очень горд. Но ну, ты еще маленькая девочка, девочка, да, он тебя любит. Любит. Потому что ты маленькая грязная девочка. Do what daddy says. Да. А как называются автомобили места, которые специально начинают деформироваться при столкновении? Специально деформирующиеся места при столкновении в автомобиле. Подушка безопасности, не знаю. Или определенные места. Голова водителя. А... Просто я не водитель, я нет. Рука затертая, переписана. Ну, значит. Так, you're good. Ну, ты хорошая, милая девочка, и тебе... Ну, типа, и... ну и тебе не... Ты не создана для Голливуда. Голливуда, да. У меня тоже когда-то было 15. 15, да, я думала, что я... Да. Клара Броу, Клара Броу. Да, носить классные наряды и там тусоваться с классными мужиками. С клёвыми мужиками. Да, да, да. Но я выросла, женилась на твоем отце. И все стало плохо, беги, дочка! И что на самом деле это счастье. В общем, I'm sure Aunt Junie looking after you. А, я уверена, что тетя Джуни за тобой приглядывает. Приглядывает, да. Да, чтобы помогла, да. World is a very dangerous place. Угу. Ну, World очень... World. World of Warcraft очень такое место, да. Да, да, да. Мир опасный для маленьких девочек. Не ходите, детки, да, в рейд. Ночью гули. Мир очень опасен. Для маленьких девочек. Так, ну, в общем, мы по тебе скучаем. Да, пожалуйста, вернись. Мы за тебя беспокоимся. В общем, terrible. Мне кажется, что-то произойдет. Мне кажется. Ну, как бы... Как сказать? Что... Слова, где вы? Где вы слова? Ну, за что мать беспокоилась, что произойдет что-то плохое, и что-то плохое случилось. Значит, ее опасения были... Не напрасны. Не напрасны, да. Да. Так. Добавилась, да, улика? Да. Угу. Так, это все в сумочке, да? Больше ничего там нет? Ну, нет. Ну, да, получается, да, все. Так. Погоди, там что-то желтенькое. Ну, было уже отмечено. Во. Так. Номерочек. Номерочек. Ничего такого. Номерочек, номерочек. Ничего интересного. Ну, он как его не отнес как улику. Странно. А, драйвер сит. Давай. Так, драйвер сит это с той стороны. Так. Так. Looks like they're lucky they weren't more badly injured. Да, типа этим их повезло, счастье. Повезло, да, что они еще не настолько жестко повредились. А, она была без сознания. Когда расслабленные мягкие ткани повреждаются меньше. Потому что ее, возможно, затерли и переписали, Мигвек. Ну, есть такая вероятность. Ну да, кстати. Я сомневаюсь, что это сделал Коронер, например. Есть у меня сомнения на эту тему. Так, ну, в общем, ни на что не реагирует. Да, ну, вроде все, да. Да, поэтому пойдем на ту сторону. Угу. О, можно с коронером поговорить. Давай. Здорово, мужик. Drunk driver? Пьяный водитель? Ну, возможно, и нет. So? В смысле? Well, ahead I found without a body piqued my interest. Смотри, что я нашел. Alas, poor Yurik. Бедный Юрик, я знал его гораться. Is it real? Настоящее? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. See the castle. Думаю, это реквизит. Да, реквизит. Засушенная голова или что? What's it made from? Что сделано? Plaster of Paris would be my first guess. Then paint it. Plaster of Paris. So we can rule out the murder angle. Не знаю, попимешь, может быть. А, да. No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. А, вот это вот прижимало, значит, это Дальгадо. Ну, это интересно, да. То есть этой штукой зажали газ. Угу. Зацени дредики.
Радики такие, да, ничего. Бековский уже все бы эти бубосы стырил, скажи. Да, пока мы с Корнером беседовали, да, тоже все сделали. Someone managed to tip their ride straight off a cliff. If the driver's in a fit state, we should ask. Короче, должны спросить. Нет, нам не нужны еще. Еще жертвы брать. Да. Так, а что, нет? Так все закончилось. Музыка. И музыка кончилась. Да. Нет, не кончилось. Что брякать? Да брякать, но музыка-то кончилась. А, окей. Брякать то, что это можно посмотреть. Ну, куда-куда? Не в обрыв. Я просто чатиком, да, зачитываюсь. Да, заберемся. Медведь, как что, игра? Нормальная игра, вообще отличная игра, хорошая игра. Да, прям интересно. Вот, по большому счету, когда-то кто-то высказал неправильную фразу, на мой взгляд, в медиа, что это типа игра нового поколения, что такое вы еще никогда не видели. Видели? Это самый обычный пиксель-хантинговый квест, вот самый обычный по механике, но он сделан в 3D-антураже, и отличнейшая и отличительная его черта — это лицевая анимация с детективной стороной, как бы, ну, вот в расследовании. То есть нужно вглядываться в лицо, и, собственно, был этот применен моукап. Да. Актеры вот играли, все. Да, причем не просто моукап, а именно съемка, 3D-съемка лица. Да-да-да. То есть это не скелетная анимация или вертексная анимация. Ну, в смысле, тут вообще все задействовано. Да, тут прям по-человечески, по-настоящему снимали лицо и наложили на модельку. Угу. Итак. Пойдем к этой... Леди. Теперь к мадам, да, побеседуем. Мисс Маккафи, мы бы хотели задать вам несколько вопросов, если это хорошо. Я предпочитаю использовать мое имя, Джун Баллард. Вы можете быть знакомы с некоторыми моими работами. Можете рассказать нам, что произошло? Мое имя — это девичья фамилия. Kind of cute, ну или второе имя, я не знаю, как. Может быть, немного на серьезной стороне. Что обо мне, Джун? Я большой фан Beast of... Вы? Я не лгу. Держитесь от этого. Я уж фанат, а ты мне не нравишься. Такая, да, простая, главное, мне нравится. А, так. Ты мне не нравишься. Вот. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. Dopey. I can't remember. Лицо начинает... Забавно тогда, да-да, переход такой на анимацию. Ну так это. It's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation. Она уже уколотая. Кстати, да. You're making me feel like an old lady. And don't bother your handsome head about this. Не заворачивайся. My husband will settle the score. Прилез на головку этой ерундой, да. Мой муж разберется. Как Марк Бышев. Мне что-то вспомнилось, как этого Шерлока BBC. Ну, этот, который британский. Шерлок BBC это погоняло. Кто я? Шерлок BBC. Ну, с которой с Кукумбербэтчем. Кукумбербэтчем, да. Кукумбербэтчем. Огуречек. Ну, я говорю Кумбербэр. Кумбербэр? Кумбербэр, да. Вот. Да-да-да, нужно угадать, значит, говорит правду или лжет. А в случае, если лжет, то тут еще такой прикол. В общем, нужно говорить сомнения, типа, ну, то есть если ты подозреваешь, что лжет, но не можешь как-то это доказать, что лжет, говоришь сомнения. А если ты думаешь, что лжет и точно знаешь, потому что у тебя есть какая-то улика, опровергающая его слова, то есть нужно выбрать лжет и указать на улику. Да, и указать правильную улику, причем правильную. Ну да, указать неправильную улику и сказать, что лжет, это будет выглядеть странно. Ну да. Детектив такой, а вы лжете, почему? Потому что синенький. Потому что гладиолус, да. Да, гладиолус, конечно. А если не угадать, то, ну, можно, ну, я так понимаю, ну, я сильно не лажала, даже в первые разы, но если я видел, что я сильно лажаю, я переигрывала. Вот. Я так думаю, что можно, наверное, посадить не того. Можно. Можно, да. Ну, не найти каких-то важных улик, там, зацепок. Да, и не смочь посадить кого надо. Да. Можно. А можно зафейлить делать так, что тебя выгонят из управления. Ну да. Так вот, Шерлок... BBC. Да, BBC, который британский.
В общем, там была такая сцена, которая меня насмешила. В общем, там дело о пропаже детей в каком-то там элитном интернате школе. Так. Там, значит, на ночь, типа, вот сторожила их нянечка. Угу. И этот Шрек подходит и к нему патрульный говорит: знаете, вот тут женщина, вот пожилая, она в шоке, пожалуйста, будьте с ней поаккуратнее, когда будете спрашивать. Подходит: ты старая корга, тебе же доверили детей. Они, я ничего не знаю, они, типа, я уложила их спать, ушли, а потом обнаружила в такого-то часу жизни. Он говорит: фу, отлично, это, типа, было бы иначе заняло много времени, и уходит. Так. Метода. Да. Injured female passenger. Ага, вот. Он спрашивает насчет этого, да. What can you tell us about the passenger? Что расскажете пассажире это? Джессика Хэмилтон. Джессика. Бедненькая Джессика. Был трудный день. She's desperate to break into movies. Mm-hmm. Она так отчаянно хочет сниматься, да? Типа, что я могу сказать? Типа, ничего не произошло, как бы... Ну, как бы... Ну, вот опять же, я вот не знаю, в чем-то, короче... Я, может, слишком прямолинеен в суждениях. Ну, то есть... Вот что она сказала? Она сказала, что да, Джессика, да, она хотела попасть. Да, бедная, типа, она вот, ну, у нее был трудный день. Трудный денек, да. Окей. Вот что смотрим. Я могу сказать? А как бы, ну, мы нашли разорванное белье, ну... Ну, но она об этом ничего не сказала. Как минимум есть вам что сказать. Да-да-да. То есть врет. Ну, так... Блин, не будь мне детективом. I think you're lying, Mrs. McAfee. I think something happened to Jessica. Вы врете? Думаю, что-то случилось. До этих, до аварии. До аварии, да. Угу. Так. Ну-ка, не лениться. Mm-hmm. Я понял, прошу прощения. Underwear. Underwear, да. Да. Miss Hamilton's underwear were physically torn from her body. Да, с нижней белье, но явно она его не сама сняла. А, она хотела пойти на кастинг, я ее привела. Все, ну, что опять. Там произошло, да, да, это между ней и Марком Бишопом. Опять. Вот эта фраза вообще капец. Ой, так. Ну, понимаешь, эта дама уже пожилая, но это... Ну, да, там это... Еще под этим... Под веществами. Под веществами, да. Поэтому это ядерная смесь. Так. Так, ну что у нас тогда? Это значит засушенная голова, да. We found a shrunken head. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. Видите ли, я в нормальном состоянии, как бы, ну, не съезжаю с обрыва. Is getting behind the wheel. Все, что я то, что я помню последнее, это что оно оказалось за колесом. Mm-hmm. Behind the wheel. Так, подожди, behind еще раз. Что-то я, короче. В интерпретациях. Так, I normally don't drive off the cliffs. The last thing I remember is getting behind the wheel. Is getting behind... Все, что я последнее помню, getting behind the wheel. А, wheel, возможно, имеется в виду колесо рулевое, в смысле, да? То есть, оно завалилось за колесо. Возможно. I remember is getting behind... То, что я... Все, что я последнее помню, is getting behind. Я оказалась за колесом. Угу. Ну, окей, ладно. Так, я все при этом... Понял. Ну, то есть... Ну, смотри, вот прямо... Сейчас ее можно обвинить в чем, например? В том, что она врет, что не помнит? Ну да. Видишь, она так глаза отводит, ну как бы, помнишь, я говорил. А чем мы докажем? Она не помнит. Ничем. Ничем? Тогда можно просто засомневаться. Ну да. Давай. Наверное. Ну как-то ну, уж больно как... глаза бегают. Ну, ну ты детектив, я тут так, я поддержу. А ты Бекалский? Бекалский, да-да-да. Так, похоже на правду. You must know where it came from. Ну, это реквизитка какой-то. Да. Если бы вы не заметили, я вообще-то актриса. Типа, я вообще такие вещи не замечаю, не спросить ли вам этого Марка Бишопа о реквизите. Да, идите. Не вообще у меня обед. Да. Вас много, ядно. Ядно, так, да. Подозреваемый, что-то она на каждого типа Bishop. You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer.
As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. Ну, как мы выяснили, неправда, да? Ну, про... Ну, так. Как бы, да, уликой... неправда точно. Улик нет, поэтому да. Сомнения. I want to know what happened between you two that made him want to commit a double murder. А, я хочу знать, что там между вами, чтобы там двойное убийство не случилось. У нас была сделка. То, что он обещал мне роль. I passed him in. Я позволил ему войти. What? Back to the receiving hospital. I'm going to be okay. Да все в порядке, налейте мне еще бокальчик, и я пойду. Она такого не говорила, ребята, да я так, вольный перевод. Она сказала, что это адвокат. Так, а можно логу посмотреть? Ну да. Конечно. Меня немного смутила ее фраза по поводу... Чего? That made him want to commit a double murder. Так, I'm going to be okay. Нет, не. Bishop offered me a part. Так, вот он предложил мне роль в картине. Да. Then he withdrew. А, потом он в отказку пошел. Да, в отказку, да. Вообще у нас была сделка. I pressed him on. Я надавила на него. И посмотрите, чем это закончилось. Все, вопрос кончился. Вопросов больше нет. Так, понятно. Так, теперь у нас что? Теперь у нас интервью. Есть девочка. Да, девочка, поговорить. Сейчас подожди, вот сейчас подбежим, да? Секундочку. Стой. Вот сейчас я к ним развернусь. Надо что-то как-то. This is a secure area. You all need to leave. Можно их это разгонять. Да ты что? А лопатой по лицу. Вообще, ну, давай желательно с этим, бы. Давай с этим переговорим, вот с этим мужиком. Можно? С этим? Не. Нет, нельзя. Родригес, Гонзалес. Увидишь, да ладно. Мужик, о, кому ушли. Сказали? Во. Я слежу за тобой. Это. Слышь, слежу за тобой. Давай на него, беги. Сохранение заработало. Ну чё, слышь? Нефиг курить в общественных местах. Да. Это развлекуха такая, да. Людей толкать. О, Бековский уже тут. Бековский. Тогда. Так. Поспешим. 11K. Аккуратненько, да. 11K, Roger. En route. Просто у тебя тормоз. Я не могу тормозить. В смысле, у меня смотри, нету тормоза. У тебя есть тормоз, правый верхний. Да, это тормоз? Это ручник, да. Потому что смотри, когда ты газуешь... То есть все это время мы не тормозили. Да ладно. Оп, давай. Сейчас, ребят, секунду. Прикольно, что ли? Ядрёный сок. Ядрёный апельсиновый сок. Розенький. Где мы? О, шляпа чья-то. Это того мужика. А, это мужика. Нефиг курить. То есть вот если ты давишь на газ, то я тебя останавливаю, но при этом я потом включаю заднюю. И все, у меня вариантов тормознуть больше нет. Окей. Ага, вот он. Угу, тормозуха. Давай прорываемся.
с горочки. Уи. Ой, тут и господи. Да, женщина за рулем. Рик. Я первый, я прошу. Hello. Here to Hamilton. Jessica Hamilton. Oh yes, she's in the room right behind you, detective. Умка прямо за вами. You can't hold me here. Так, погоди, здесь вообще есть этот? По-моему, не в этом деле, нет. Подожди, там эта тетка поморет. Feeling better since this morning, Jessica? Куда идти-то? А где орут-то? Блин. Ну там голос был, типа, вы не можете это от меня утаивать, там что-то... Да не да. А где? Куда? Ну ты можешь просто встать на месте. Стою. А, все, она уже больше не говорит. А где было? Так вот я не видела, где было голос, что типа, что-то нужно адвоката там, ля-ля-ля. Вот. Здрасте. Да, да. Погоди. Погоди, давай туда. Ага. Так, что пишут? Так. Что себе гамит? 15 лет всего. Подожди. 15, офигеть. Значит, трясение мозга, soft tissue damage. А, ну мягкие небольшие... Мягкие ткани повреждены. Угу. Mm-hmm. Accident, the traces of... Hydrated... Ну, а, что в крови, что там? Хлорал гидрат. Угу. External bruising for... External... burnishing to genitals. Ага, в районе гениталий. Значит, это следы. Следы, да. Как бы, но... Не джентльменского обращения. Угу. Так. Это осмотры. Ага. Время, пульс, цвет. Угу. Вот, а. Мочи, наверное. Respiration. Угу. Дыхание регулярное. Нормально. Боли 2-2-1-5-5-5-5-5. Это усилили боли какие-то. Энергетики, небольшая доза. Trace of chloral hydrat in bloodstream recently administered. Do not administer further sedatives. А, типа не запрещается прописывать еще дополнительные седативы без экстренного разрешения. Пациент. For bed rest. Постельный режим. Ну да. Yes, регулярные осмотры. Так, окей. Сейчас девка. По-моему, ничего нам не добавили, да, в качестве улик? Погоди. Ничего не было. Так, постою. Вот там на подносе что-то. Пику попить. Пику. Вот. Нюп. Ну ладно. Там еще можно было баночку пощупать. Да? Да. Вот. Нет. Господи, вот положи. Теперь я налево передвигаю. Вот. Баночка. Don't think this is anything. Не, говорит, неинтересно. Пить это нельзя. Так. Разговариваем? Здрасте. Hello, Jessica. Здрасте. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident. Нужно поговорить о, значит, этой ситуации. Okay. Так. Единичка была за чатом. Сбоку, но... Что за единичка была? Сбоку была, но за чатом. Давай мы еще раз посмотрим на эту тему, потому что я не знаю, о чем ты говоришь. Ну, мы уже допрашиваем. Ну, потом. В смысле, я имею в виду, где-нибудь еще увидим, я имею. Окей. Can you tell me what you remember about? Что там произошло? Скажи, что помнишь, да. It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Я проснулась здесь. Ничего не произошло вчера. Вчера ничего не было. Так. Так, что у нас есть из пруфов? У нас из пруфов дофига чего. У нас вот эти evidence of abuse, во-первых, медицинский. А во-вторых, вот эта тема. Ну да. То есть вообще я бы вот это сейчас применил. То есть она врет, и есть свидетельство
недобросовестного поведения. Ну, типа, ну что вчера было? Да не, ничего, так это, сидела, книжки читала, да. Да, такая. Цифры состояния а на медицине. Да. Обычное дело. Ну, да. Такая. А, да. Что вчера было? Ничего интересного. Ничего интересного, как обычно. Да. Господи, дай бог так жить. Так, ну, думаю, может, ну, это как бы после то, что было. Ну, после аварии. Он спрашивает, что было вчера. А вчера было, собственно, это... Пробы. Да, кастинг. Кастинг. Кастинг, да, да, да. Так, значит, это Руселя. 2-2-1. Ну, не помню, ну, надо нет, там были цифры 2-2-1 и 3 пятерки. Это этот. Это ну, 5 то, что боли. Борствует, да. Ну, не помню, честно говоря. Окей. Короче, вот. Да, ну, он сначала выйти отсюда да. И... Врет, короче. Нагло. Девушка. Tell the truth, Jessica. Why the big cover-up? Скажи правду, что ты как покрываешь? Я не вру. Да, я не вру. Так. We found your underwear in your handbag, Jessica. You need to tell me. Ваши труселя нашли, говорит. В вашей сумке, это странно. Да, тоже сказала, что случилось. А я это не хотела. Я хотела быть звездой. И ножки сниматься. Да. Я сказала Джули. Джули, да, она сказала, типа, заткнись. Это обычное дело. Он говорит, вот она и стерва. Она говорит, да она не виновата, это мой первый раз. У меня был парень дома, батя про него прознал. И выгнал, по-моему, да? Да, что бы ни было, но весь слишком а, мало лет. А, это не было первым разом. Да-да-да, типа, как? Это не первый раз в моей жизни, у меня был парень, батя прознал, как бы, и все кончилось плохо. Да. Так, contact with parents. А, ну это я... Понятно. We need to get in touch with your parents, Jessica. Значит, нам нужно быть в контакте с родителями. А, не беспокойтесь, они это... Да кому ты затираешь, да? Да-да-да. Тетя Джун тут обо мне позаботится. Да где же эта тетя Джун-то, чтобы она была здорова? Ну, врет по-любому, да? Ну да. You're lying, Jessica. How are we gonna make this right if you lie to us? Можно с этим все это расследовать, когда ты врешь постоянно. Эй, вру-то. Че не я-то сразу? Че я вру-то, а? Да, я вообще не, тут не это... Не вру-то я-то, так. Because you're a runaway, Jessica. Потому что ты вообще сбежала. Now, do you want to tell me what really happened? Ну, расскажи, ты что случилось-то здесь, ну, на самом деле. Просто странное место, трудно вспомнить. Кто-то мне дал, ну, выпить, чтобы успокоиться. И что-то все такое мутное стало, да? Да, что-то поплохело ей резко как-то. Угу. Так, ассоциация with Bishop. How did you meet Mr. Bishop? Познакомилась с Бишопом. Джуни is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. Ну, значит, Джуни это актриса, новое кино. Вот. Вот опять что-то непонятно. А в чем, собственно, это? Вопрос. Да. Как ты познакомилась с Бишопом? Ну, Джули, ну, большая звезда. Вы, наверное, это знаете. She's doing a new... Ну, вот она снимается в новом кино. Да. Причем здесь как бы Бишоп? Ну, она сказала, что типа он наоборот ей отказал в роли. Ну да, но у нас как бы просто я вот не понимаю. То есть, если сейчас мы ее обвиняем в чем, допустим, да? Не обвиняем, в смысле, а не доверяем ей в чем? В ну, том, в смысле... что она только так и познакомилась с Бишопом. Я просто логику вопроса не понимаю. Ну, то есть, сейчас у нас варианты, да, либо мы ей верим, что она говорит правду. Но она правду говорит о чем? О том, что Джун звезда, правда. Ну да, какие-то вопросы тут. А вот. Единственное, что... Что как ты познакомилась? Да. Она сказала, что Джулия, она звезда, да. И она снимается в новом фильме. Вот да. Меня вот это убивает. Где собственно, ответ на вопрос? Знаете, сколько времени? А, пятница. Позавчера шел дождь. Да, пятница. Планета Земля. Да, здрасте. Не договаривает же. Да понятно, Мигвек, но... Как бы... Не то чтобы понятно, но... Странно, короче, не знаю. Я какой-то логики не прорубаю человеческой. Детективной. Ну просто странно, что я спросил одну, она ну, то есть спросил, как познакомилась с Бишопом, она говорит, что... Та звезда. Она молодец, звезда, да, в новом фильме снимается. Вот даже если выразить сомнение, в чем я сомневаюсь тогда? Ну, короче, ладно. То есть я... Ну, как бы, по-моему, улик нет такого. Ну, да. Чтобы указали, что да, вот так-то они и
Она сказала, что... Ну, короче, я не знаю. То есть, короче... Она явно не врет, но про правду то есть ничего не понятно. Что за история между ними? Почему они хотят, чтобы, ну... Мистер Бишоп seemed very happy today. I mean... Типа, да это неправда, я Бишоп вчера был такой, это радостный. Значит, и поэтому он положил голову и, значит, зажал педаль. А, слышал, как она говорила по телефону? Кричала? Обычно они часто спорили между собой, я это слышала, но вчера... Но вчера вроде было все нормально, да. Так, evidence of criminal. Мигвек, да, Ролл бы тут сейчас нам рассказал про это все. Так. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? А что за место-то было? Please, it's scary. Дайте, это страшно. It's really difficult to think of anything. Трудно думать. Трудно думать, да. Что-то она как-то и неважно выглядит, честно говоря. Ага, спасибо. Ну, то есть опять же, да, вот ситуация. Mm-hmm. А ложь, это значит, что она типа вообще... То есть у нас есть доказательства того, что она знает, где это было, mm-hmm. но не говорит. Тогда это было бы ложью. Да. Раз у нас таких доказательств нет, mm-hmm. но у нас есть голова. Mm-hmm. А это кино этот... Не, но она говорит, ну что... Сложно Он спросил про место. Но да, она, я не думаю, я что не она видела. Да. Okay, не знаю, вообще-то страшно вспомнить. Да. Сомнения? Ну, по-моему, сомнения. Ну, потому что если сказать, что правда... Ну, короче, я так понял, здесь есть две крайности, и всегда вариант, когда крайности не работают. То есть, либо мы четко знаем, что она говорит правду, и мы с этим согласны. Угу. Четко знаем, что она врет, и с этим не согласны, у нас есть доказательства, и все остальные варианты. Вот сейчас, по-моему, все остальные варианты. То есть, окей. Она может хотя бы что-то помнить. То есть, если мы хотим ей задать наводящий вопрос, например, или там... как-то развить диалог, не заканчивая эту ветку разговора, то вот надо выбирать сомнения. Я так понимаю, что под сомнением здесь подразумеваются все альтернативы, какие только возможны. Не, ну ложь только если мы, у нас есть улика. Да. Ну, короче. Сомнения. Нет, Блин, я перепутал. Я помню русалочку. Русалочку, господи. Русалочка была в фильме? Нет, она была... Перед зданием. На здании. Опа! Плюсики все делала правильно. Ты молодец. Блин. Лучше, значит, путать, да? Кнопки, да. I think it might be a good idea if you went back home. Он костюмчик дали. Да? Да. Правильно ошиблась, Сайбер-Бастер. Но она детектив, понимаешь? Она даже ошибается правильно. Я вот... Че, короче, я не понимаю. О, скелетик. Интересно, а можно посмотреть поближе? Достаточно близко. Сейчас, подожди, я его разверну. Ну давай. Мужик. Ну чё ты? А, ну вот так вот разве что. Ты что? Ты... Ну, короче, тут не очень. Пошли. Ну чё, погоди. Ну, короче, так он вот. Не хочет туда смотреть. Что-то спал, вроде. Может, это вообще... It's the tale of this town, Cole. Lambs that go willingly to slaughter. А, это сказки этого города. О, вот это. Must be your lawyer. А, она говорит, что... I don't like it, Cole. Why is she in such a... Старая добрая история о волках и волчьих. Да-да-да. Оп, а, он оп, предлагает оп. За ней проследить. Без палева такие вообще. Стоят. There she goes. Come on. Опа. Погоня, погоня. Ballard is definitely up to something. Нигде, мы это, да, прости, пожалуйста, уже уехали. Он там Никсона выбирает. А этих субтитров нет, что ли, кстати? Почему есть? Есть? Я по нему читаю. Вот ты дурак, а. She seems to have made a remarkably speedy recovery. Право купила, едет, купила. Чё ты поворачиваешь? Я знаю, что у меня кнопка тормоза-то оказывается.
Но там даже не тормоз, это ручник. Тормоз у меня, по идее. Просто тормоз совмещен с задней передачей. Просто если я врубаю заднюю, то я уже никак не могу остановиться, только отпустить ее. Ох, решительно это потопло. Get in there and see what she's up to. А, выбирайся, посмотри, что там. А, take cover. К стенке быстренько. Okay. Так, да, туда. Без палева, ну. А, я помню, нужно до газетки, давай быстренько. До какой газетки? Вон там, короче, до столика, быстренько. Быстренько. Эй! Да ты дурак! Фу. Нормально, да? Что-то неразборчиво, да. Ну, я не хочу ему это, преподать урок. Ты это знаешь. А, ты знаешь, что я хочу. Ну пусть кто-нибудь другой это сделает. Это истина. Ну ты же знаешь еще кому позвонить? Ну типа, ты же знаешь еще людей, которым можно позвонить. Либо ты с этим разберешься, либо... В отеле Вилсон. В 803 номере, Вилсон отель. Вот этот тварюга там живет. Да, конечно, я получила роль. Не, я так понимаю, got the film — это пленка у меня, мне кажется, переводится. А. Какая интересная газета. Да, там столько непонятных объявлений. Да. Мелким шрифтом написано. Да, но и вообще вверх, вверх ногами. Вверх ногами, да. Так, тьфу, блин, опушки. Вас так много. Бежим! 803 номер, Уилсон отель. Погоди, так, секунду. You can drive. Fine. Where are we headed? Так, машина остановилась. Паре метров посреди дороги. А, нифига не подъедет. So what's the story? I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Ну да, типа. Sounds like Mark Bishop. Ёж, ну куда это он так ломанулся, блин? Got an address. Wilson's Hotel. Как будто так. А, ну вот, apartment. Shit. You better step on it. It's got to be sense. Капец. As far away from home as possible. А, типа лучше поторопиться, блин, там чаще. What? Because. Поверишь мелкой? I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. Я думаю, это стерва его девочку вообще продала. So if Ballard was doing someone a favor, why did they try to kill her? Ну если она типа сделала такое дело, ну... Такое выгодное, зачем? Ковки поднажми. Roger, KGPL. 11K en route. All units in the vicinity in car 11K, 11 King, a 415 in progress at apartment 803, Wilson's Apartment Hotel, 1220 West 7th Street, Westlake Park, 11K code 3, all other units code 2, KGPL clear. Гулянка у них там. Отмечают старт съемок нового фильма. Да. Ничего себе. Пальма. Побежали. Тыц-тыц-тыц. А чё не с ноги? I'm Detective Phelps. We received a call about a domestic disturbance in apartment 803. Domestic disturbance. Ну, в смысле, да, шум. Listen, Mrs. Bishop's pretty upset. Take the elevator and then left down the corridor. It's the last door on the right. Возьмите элеватор. Так, последняя дверь направо. Таксо. Так, закрой. Ну. У нас истеричный этот женский свидетель.
Летак, ты на все кнопки нажимай. Так, разворачиваемся. Почему? Ну это не тут. Почему? Не здесь? Нет. Да? Да чё ты на все кнопки нажимаешь? А куда? Да? Ну, в смысле, да нет, ну вот же дверь с золотой ручкой. А-а-а. Так он сказал последнюю дверь. А, ну ладно. Здрасте. LAPD, ma'am. Are you in danger? I'm all right now. Нет, сейчас все хорошо. You just missed them. Он ушел, вы horrible, разминулись. Жуткий человек. Are you injured, Mrs.? Вы ранены? Я миссис Бишоп, Глория Бишоп. Заходим. Come in, officers. I'll just need to sit down for a moment. Мне бы поприсесть бы. That's perfectly normal, ma'am. Just look at this mess. Смотрите, на we'll take a quick search of the premises, ma'am. Мы тут быстренько взглянем. Вы пока вспомните. Thank you, officer. Так. Что это? Оскар? А, Будда? Probably nothing. Он говорит, что это ничего. Прям по-буддист. Да. Материально, ничто. Так. Так, смотрим. Колечко. Колечко, колечко. Кольцо. Ой. Ой. Так. Это. That this is going to help us. Помада. Помада. Так. Что с ним? Думаю, вряд ли. Not sure this means much. Да. Ну что, хорошее? Не, не спорю. Так. Красивенько такой, красивенько. Так. $20,000 Ядрить. А на кого вообще? А кому? Мы... Лора... А, Марк Бишоп. Лорна... Чё, Холливуд? Не раз... Можешь повернуть? Да нет, всё, он не поворачивает. Это край. Короче, от кого-то Бишоп. Главное, валяется прям тут. Фигня, говорит, всякая. Да. Так, идем дальше. Так. О, не, погоди, давай. Оп. А, ваза. Вазочка. Doesn't tell me anything. Ни о чем не говорит. Угу. Это? Ю? Тейстмент. Take a smarter man than me to connect that. Так. А, седалище. Гей-каубой. Ковбой-гей, ребята. Новая улика. Седуха. Вот уж даже не знаю, как веселые он это... Веселые ковбои. Ну, такие, да. Не скучающие парни. Парни. Так, по книжечкам потопчемся. Оп. Ой. Бекинский. Быкаунский. Это? I doubt it. Гуанако, не знаю, сигары может. Может быть. Как деньги. И Тифан. Doesn't give me anything to go on. Соточку, да, да, ничего не понял. Есть курить. Есть курить. Чек. Что это? Фотография. Looks like the old movie set downtown. А, это этот, а, как раз... Старые декорации? Декорации, да, в центре города причем. Great Wall of Babylon. Великая стена Вавилона, реплика. Реплика реплики. А, то есть, копия, ну, в смысле, как? Не копия, копия, а... А что, копия, копи? Не, не копия, копия, реплика. Боже, копия. В общем, искусственно созданная стена, искусственно созданной стены. Intolerance. Intolerance это что, нетерпимость, да? Нетерпимость, да. Mm-hmm. Ой. Я так понимаю, это.
Это все связано с седлом прогеев. По-любому. Ну а как? Гавилон, гей, дела. Нормально. Да. Так и должно быть. Вещи всегда связаны между собой. Да. Так, оп. Что тут вообще? Оп, это была. Кружка! А-а-а, кружка, я думаю, нафига. Нифига себе, кружка вообще. Как таки надо быть гением, чтобы увязать кружку? Лопаточка. Деревянная лопаточка! Вообще лучшая вещь в мире. Да. Бакаусский, Бакаусский, хотя бы раз нам хотя бы одну улику нашел вообще. Да он ходит так, чекает. Часики. Место топчет. В общем, вот, декорации, декорации. О. Декорация, то есть это искусственно созданная декорация, а тут меньшая копия их. Главное, все такое беспорядок, она так чинненько так просто сидит. Восседает там, да. Че это? Цвета и смешивание цветов. Ну, да. Это академическое искусство. Бывает, рисование. Да. Так, что тут? Так, о, фото дядьки. Двух мужиков. Оп, мордатые такие. А на заднем плане, смотри-ка. О, русалочка. Русалочка? А, Марк и Марлон Хогвард. Это Маглен Хогварда. Вот, а кто из них Хогвард. Муж? Объелся груш. Mm-hmm. Да нет, судя, оба объелись. Чего там? И не раз. Да. А, о, все. Стало время по базарить, да. Здрасте. Забор покрасть. Так, значит, это домашнее вторжение. I think they worked for Guy McAfee. Потому что они работали на Маккафи. Вы что-нибудь об... вам это имя о чем-нибудь говорит? Нет, а почему? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? June Ballard, Guy McAfee, это муж и жена. Шлюпка. Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her. Она говорит, что вас, ваш муж пытался ее убить прошлой ночью. Так что расскажите нам, пожалуйста. My husband's a movie producer. Да, мой муж продюсер. Это наверняка связано с его новой картиной. Он не хочет, значит, с ней связываться. Да? А мне казалось просто, что она говорит, что я типа не в это, не вникаю в его. He doesn't include me in his business, да. Он, да, типа он мне не посвящает свои дела. Ага. Так. И какой-то прям. Отдай. 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 Ну ладно, у меня всего одна рука, в принципе, нужна. Так. Вот такой, такая типа. У меня прям какая-то такая насмешливая. Ну, она такая типа, да, я вам сказала, а вы тут думаете, что хотите на эту тему вообще. Ну, пруфов нет. Что, она не в курсе о его делах? Ну, вообще, да, да. June Ballard said she had a deal to be in his new picture. Mark repeatedly told her no. Он ей все время поговорил, что не будет снимать ее в новом кино. Это ее дико бесило, судя по всему. Она всячески угрожала и была груба с ним. Вы знаете Джун Баллард? Мы снимались в одной картине несколько лет назад. И тогда я встретилась с моим мужем. Ага, окей. Так. Whereabouts of Bishop? Где находится Бишоп? So you're gonna leave a poor, helpless woman here on her own? And at the will нормально, of нормально. Не переживай, женщина, сейчас все решим. Погоди. Where can we find your husband? Где мужик? Да. He told me he would be on set. That's all I know. Сказал, что он будет на съемках. Это все, что я знаю. Да. Ну а что, да? Я согласен, правда. Да? Да. Ну так-то смирненько сидит по сравнению с прошлым разом. Ну да. По-моему, правда. Ну, попробуем. Давай. Либо мы его найдем, либо люди Маккафи, так что имейте в виду. Лучше, чтобы мы нашли его первым. Я беспокоюсь за него, но я не знаю, где он. Куда он пойдет, если он в этом... Если у него какая-то беда, да. Бог узнает. Так, чек на 20 тысяч. Why is your husband paying Lorna Hopgood это он платил, да. Лорне Хопгуд 20 тысяч. Marlon's ex-wife? Бывшая жена Марлона? А вы уверены? Are you sure? Are you sure? Смотри, опять. Ну да. Так, короче, она мутит.
И... Так я не поняла, там еще какой-то появился Марлон? Марлон. Ну, просто кто-то. Кто-то? Кто-то. Бывшая жена кого-то. Да. Ну, улик нет, но сомнения есть. Ну да. Your husband looks like he's being blackmailed. Похоже, вашего мужика шантажировали. Да. Why is the payment going to Hopgood? И он был готов убить для того, чтобы. А почему Hopgood, а не Макафи? Hollywood. You need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. А не почему? Короче, Hopgood сказали, надо допросить. Your husband was at a casting yesterday with a young girl. Да, на кастинге с маленькой девочкой. He told me he was looking at locations. The picture's been cast. Я не понял, что она ему ответила. Такая. Блин, забавно сделано. Так, мне действительно как-то непонятно. Возможно, музыка. Он был вчера на кастинге с... Ну, значит, с девочкой. С молодой девочкой, да. Об этом ничего не знаю. Да-да. Он сказал, что... Looking at locations. Me, he was looking. Picture has been cast. Ну, по-моему, как бы, типа, он будет в, ну, на местности заниматься делами и проводить кастинг. Ну, так вот, я интерпретировать. Ой, написано. Плюс-минус, как бы. Ну, у нас на нее нет доказательств, как бы. Ну, она не такая спокойная, как была вот в случае, когда говорила правду. Так что ну, да. Сомнения мои лежат меня за самой печень. Джессика remembered a mermaid. Всегда так резко реагирует вообще. Джессика вспомнила русалочку. Так что это... Это больной город вообще. Вы хотите знать вообще? Знаете, мой муж любит молоденьких. Okay? Типа, вы думаете, это нормально? А мне было 16, да. Я думал, он гений. Просто магию творит в фильме. But he's nothing compared to some of the monsters. Вообще снимал фильмы категории Б, по сути. My guess is Ballard sacrificed her little friend. Да. Я подозреваю, что, короче, да, Ballard отдала просто девочку, короче, как же в жертву этим. Your husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, detective, and so are you. Ваши мальчики, вы тоже. This is Hollywood. А это Голливуд. There's always a deal to be done. Здесь всегда, всегда будет чем заняться, да, решать, да. Какие, какие дела о, надо телефончик. Решать. Телефон. Телефона, телефона. Телефона, телефона. Пол место знать хочет. Operator, give me R&I. R&I. Putting you through now. Мегвек, ну не гей, ну в этот, ну седло-то у него гейское. Веселое. Ну окей, может быть веселое. Ну вообще-то оно такие переводится. Гей, гей садов, да? Гей? Ну это веселое вообще-то. Silver screen props, corner third, and Figueroa. Ну, вообще-то так, но это потом стали на такой. Такой. Так. Ну, окей. Нам дали адрес чего-то там. Ну, это... А что-то ребята замолчали, там чатик случайно. Где отвалился, нет? Да нет, нормально. О, кинул ссылочку. Так. Cyber Godchild. А, блин. Оп, дошел. Оп. An aging movie star, a starlet, movie producer's wife, and finally видео какой-то. А, ну это как он жестко с ними общается, да, Сайбер Годч? Нам просто сейчас не очень сподручно смотреть сторонние видео. Мы чуть попозже. Да, ссылочка осталась. Сайбер Годч, спасибо тебе, мы посмотрим. Да. Найди. И все равно внутрь открывается. Блин, не знаю, пожаров у них не бывает, что ли? Так. Сами поедем. Да. Так, сила screen prompt. Я так понимаю, ну, могли быть декорации и реквизиты. Так, поворачиваем. Это
You think she'd have gotten the hint after those hatchet men redecorated her apartment? Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't seem like your average giddy broad with nothing between your ears. Or she might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between him and the cat. Может, мы сейчас обсудили такой, такие вероятности, что либо жена вовлечена в это дело, либо она не беспокоится о его дальнейшей судьбе, либо она специально купила немного времени людям Маккафи, чтобы они пришли и разобрались с ее мужем. Ну ладно. Да, он Подобно какой-то не лигерской телефонной гимн, да? Ну да, наверняка, но не смотри. Не, давай дальше. Это косой. Достающий направо. Watch what you're doing! Ой. Налево, налево. Я сказал налево. Не, налево, все правильно. Да. Silver screen. Это, по-моему, ну как этот, как его? Это вот, по-моему, как раз этот экран. Ну, в смысле, киноэкран. Так называют. Mm-hmm. Что-то там. Ну да, вот я тоже говорю, что это. Веселый переводится. А что с Алисой? За ссылку, что ли, или что? Ну, по тротуарам. Я говорю, мы недавно это испытали такое, да? Идем, идем, а тут машина. Внезапно пришла. Внезапно, да. Во-во-во. О, здрасте. Заходишь, где, а тут такое. А где балалайка? А по лицу же водка, видно. Водка. Украли! Балалайка украли! Водка так, кончился. Товарищи, беспредел. Да, Алиса злобная, забанила Мегвега. О, Марлон Хопгурт. Так, вот тут кастинги проводим. А как вы услышали? Ну, типа, небольшая студия сзади. Да. А, саундстейдж. Звукозапись, да? Саундстейдж. Ну, студия, да, да, вот эти. О, картиночка. Ну, смотри. Цветочки. Уточки. Песики. Так, это Гейша. Короче, давай пойдем это. Потом посмотрим. Стефан тоже посмотрел. Опа, рыцари, шкафчики. Что-то музыкальный нет. Аппарат, да. Прикольно. Задники. Забанили медведа. Жаль. Жаль. Трагедия! Трагедия! Так, оп. Keep him here, Stefan. Мрачноватенько. What's this got to do with me? Don't try my patience, knucklehead. Типа, присмотри за него. А что вообще происходит? Я тут при чём? Не испытывай мое терпение. Так. Угу. Интересная местность. Так. Начнем это по кругу. Против. Да. Так. Голова. Там... О, здрасте. Блин, жуть так. Как будто маленьких обезьянок-то это. Ничего не говорит, да? Угу. Не перекручивай ты дальше. Окей. Дальше. Пилюльки. Пилюльки. Что за пилюльки? О, Орал Гидра. Да. Здрасте. Значит, накачала 15-летнюю девочку. Угу. Ясненько. Да, судя по всему, что да, именно прончик тут и снимает. Ну, просто большое помещение не требуется. Интимная обстановка, колеса. Да. Такие штуки на палках. О, шкура леопарда. О, леопардовая шкура, по-любому прон. А этот накрашенный. Красивый. Не знаю, они жуткие.
У них волосы так прикольно шевелятся. Ну. Прям физикс. Чудило, конечно. О, это у реснички. Тут в комнате две белых головы, одна черная. Угу, совпадение? Угу. Не думаю. Чек. Пойдем. Чек. Что это? Мерцало. Turn off the lights, Hopgood. Светка, выключи канутка. Да. Humorin. Опачки. One way mirrors. There's a room on the other side. А комната есть на той стороне, стороне, да. Mm-hmm. Зеркало одностороннее. Well, well. А ты детектив, что ли, Фелпс? Нифига ты что нашел? Блин, отойди. Вот, вот, ага. Вот. Так, нет, с ним пока подождем. Опа. Да. Can't be that way, Phelps. You couldn't fit a rat through there. Туалет. Не туалет. Смысл? Не зонтон. Нет? Ну, нет, действия, да. Ну, в смысле, он типа из туалета, что ли, снимал или как? Понятно. Там же камеру было видно, да? Камеру было видно. Так. Это не пилюльки, не? It doesn't appear нет. А, нет. Окей. Кончик был странно. Такой себе, да. Оп, еще было. Это. Зерцало. Оттуда камера. Нет, не зерцало, это тоска. Хаусов, здравствуй. Хаусов, вечер добрый тебе, привет, здравствуй. Не, слушай, смотри, он выключил свет, да, получается рамка, и там с той стороны камера, а тут ее нет. Ну, что за... вход в помещение может быть в другом месте просто. То есть помещение не из туалета нарисовывается, а... Окей. Сейчас вот здание можем обойти. Да. Обойти здание, например, вот сюда. Так. Да. Так. Идем. Подожди. Что там? О, газетка, что ли? Где? А, о, газетка. Фу, как ты ее углядела, слушай. Газеточка. Так, наркота запланила улицы. Улица, да. Значит, копы имеют дело с... объявляют войну контрабанде. Мокамбо. Listen, I have to call you back. I got some business here. Sit down, Courtney. Да, присаживайтесь здесь. Микки, это Кортни, Кортни, это Микки Шелдон. Да. What would you like to drink? Что выпьешь? Искоря. Straight up. Скотч. Скотч, да. Если бы ты не бросил... А, ты в медицинской школе, да, будешь доктором. Interesting combination, huh? То есть ты торговец наркотой, да, и доктор. И медик, забавно. Мистер Коэн. Selling your dope to my boy Lenny looked like a good move, but Lenny has been supplying wholesale, so to speak. Как бы продавать наркоту моим парням было не очень умно, но вот у меня как бы есть человек, которым этим заинтересован. Lenny promised that wouldn't happen, Mr. Cohen. And Lenny works for you. Ты не сказал, что это Лени не должно было произойти, и что он работает на вас. Oh yeah, it's a putz. А что я могу сказать о Лене? А, да. Но он брат моей жены, как бы он мудак, но он брат моей жены. Да. Так почему это моя проблема тогда? Well, kid, the only way we're gonna be able to make this work is to do some repackaging. We need to get the dope out of those dinky little cardboard boxes and Sorettes. Yeah, Sorettes. Right. We put into a big vat so we can water it down a little. I won't bore you with the chemistry, but it doesn't work. You're likely to kill even more people. Okay, listen. We want to buy you out, kid. I'll offer you 50 grand. Я так понял, они его нанимают как варщика, короче. Hey! You don't like my offer? То есть у них был... Я немного не понял диалог. Да, вот это странно так... построено. The Sheldon kid? I think I want him dead. Вот прямо так это. А чё нет? Это можно мне виски и вот, пожалуйста, вот того пристрелить. И вот того паренька, да, да. На выходе. Чик. Чё он там лоудинг? Он нас возвращает просто на сцену. Не, я думаю, там нет, чтобы его варить, а думаю, распространять или использовать, или как-то ну, вот так. Давай откроем влог. Мне все-таки интересно. Я тут не успеваю ты думаешь, следить в влоге за диалогом. Есть? Да, в влоге должно быть, да.
I think I want him dead, да. Вот теперь, допустим, крутим, вот смотри. Да. Так, do we have так, a problem? Подожди. Микки Коэн. Ну, а смотри, вот он, you want to be doctor, ну, где же? Ты хочешь быть доктором, and dog peddler. Да. Want to be a doctor, dog peddler, interesting combination. Do we have a problem, Mr. Coen? Знаешь, у нас проблема, ну, что-то да. Продавая твою дурь, моим пацанам Лени выглядел... Это да, выглядело, типа, неплохим ходом. Move, but Lenny has been supplying wholesale. Wholesale, so to speak. Flying. Flying. Single boy. Without a little the middleman taking cut. Cut. Господи, о чем эта фраза? The bindle boys in this town aren't used to the juice without a little of the middleman taking his cut. Я не понял. Короче, проблема с Леней. Но Лени что сделал? Зажал деньги. Что-то не то привез. Что произошло? Лени обещал, что ничего это не произойдет, мистер Коэн, и Лени сказал, что работает на вас. А, и Лени работает на вас. Да, ну что я могу сказать про Лени? Да. Дайте подумать. Он дебил. Да. Он ленивый, жадный, но он брат моей жены. Да. И какой пирог получится из этих ингредиентов, понимаешь? Типа, и что ты можешь из этого вывести? Да. Так... Почему это моя проблема? Да. Уже парень. Gonna be able to make this work is to do some repackaging. То есть надо что-то... Repackaging это типа, ну, произвести, добавить еще что-то, да? Ну, произвести еще больше чего-то, да? Понимаю, нет? Repackaging, ну, вообще-то что-то переделать, я думаю. Ну, repackage, ну да, переделать. Packaging это... Типа... Под packaging подразумевается и доставка тоже, да? То есть ну, supply да. вообще. Угу. То есть надо заново обеспечить партию. Get the dope out of this dinky little cardboard boxes. Нам надо вытащить наркоту из коробочек и, типа, продать, я так понимаю. Да? Ну да. Cigarettes. Вот это я не знаю этого слова. Что такое cigarettes? Cigarettes, да. Хорошо. And put in a big watt so that we can water it down a little bit. What are you talking about? Блин, ну, это терминология наркоманская. Мы, да. к сожалению, ею не владеем, да? Ну да, слава богу. Короче, они пытаются его подвязать на какое-то дело. Да. Он говорит, что так это не работает. И уходит в закат. Уходит в закат свой последний, судя по всему. Возможно, да. Так, ну ладно, что? Дальше тогда. Лызетку. Как ты ее увидел? Ну, да, там же что-то... Что там? Оп, голова. Смотри. Он не догадался, что это из той же оперы? Судя по всему, нет еще. Надо еще 200 штук пересмотреть. Так, ну там возле там? Газеты было. А, вот. Что-то еще. Во, вот тут прям точно такая же. Здрасте. So this is where you sprang from. Вот откуда вы беретесь. Угу. Дрейдики. Угу. Так. Что там? Я не знаю, что там, все поломал. Дебош! Не, ничего не работает. То есть нельзя, вот на эти головы нельзя посмотреть. Угу. Так. Вон, вперед. А, прикольно. Нарисованный тупичок. Ну. О, с ноги! Вот, ты хотела с ноги, пожалуйста. Да. Так. Так. С ноги. Да-да. Да-да. А вот и камера. Мне просто как интересно, то есть было зеркало с камерой, да, заходим. Там такое же зеркало. То есть, по идее, ну я не знаю, как бы. То есть вот где-то вот за этой стенкой туалет вот здесь. Да. Ага, еще и в туалет. Ай, в туалет. Вообще. Становится брутально. Просто мне казалось, что как-то это, а тут что, ну. Ага, то есть отсюда можно посмотреть и в туалет, и... И туда.
Многоходовочка. Кто-то любит золотой дождь. Так, а камеру можно как-то ковать там, не знаю. Я бы отсмотрел. Я бы отсмотрел материалы с ноги там. Че это? Леночка. Bishop Pictures, Jungle Drums. Jungle Drums. Mark Bishop. Attention, Mark Bishop. Значит, это пленка. Угу. Так. Ножик. Ну, вроде. А где там на... О, Джессика Гамильтон. Да, во. Вот, про что говорила это, как, мадам. А, типа, и вот пленка у пленка меня. Пленка у да, меня? Да. А, может, этим она его и шантажировала? Это? Вискарик. Вискарик. Los Diablos. Подожди, а вот, я думаю, к камере нужно, прям вот к камере подойти. Подошел. А, ну и вот видно, да, тоже прям тут. Музыка прекратилась. Да. Фоточки. Пойдем фоточки. Фотать мужика тогда. Фоточки, да. Фоточки смотрим обязательно. Фоточки. Какие-то дамы. Кастинги. В разной степени. В разной степени. Так, окей. Почему дверь открывается вовнутрь, не знаю, мне это кажется странным. Ну что ж, рассказывай, дядя, колись давай. Слушай, Бишоп. Тут, я думаю, будет намного сложнее, потому что дядька, ну, ушлый. You ever do any work for Mark Bishop? Какую работу вы делаете для Марка Бишопа? RKO, всякую фигню. RKO, па-па-па. А, это типа для кого вы снимаете, да? Yes. When did you last see him? Когда вы последний раз его видели? Still work for his next picture. Still pre-production though. I haven't seen him around here in a while. Некоторое время вот не было. Ружка. Нет. Хотя Гамильтон это хозяин магазина, да, тут типа мог быть. Этот Гамильтон, а вот сам продюсер, да? Гамильтон же не продюсер. Гамильтон, Гамильтон это девочка. Это девочка ведь. Да? Джессика Хэмилтон это девочка. А этот... тот МакКафи или как его? Не, это муж. Не, МакКафи это муж, да. Подожди. А есть Хумор Брумбор какой-то. Подожди, тот, который снимал, это Бишоп. Вот, Бишоп, да? Бишоп. Suspect last reported to be чё? To be on set. Вот, был на кастинге. Вот это, наверное, да, то что? Он говорит, я типа его не видел, да? Угу. Фрешпай, привет тебе, здравствуй, вечер добрый. Здравствуй, Фрешпай. Ага, спасибо. Дозываю, Марк Бишоп был на кастинге, да? Угу. Тот говорит, Бишоп... я его не видел. Бишоп? Не, он говорит не про Бишопа. Он говорит про владельца студии. То есть Бишоп это продюсер. У него есть Карифан, который владелец вот этой студии. Так это и есть, вот этот, который перед нами стоит, это и есть владелец студии. Он спрашивает, ну, а, да? Я не признал в нем чувака с фотографией. А, Марлон Хобвуд, точно, да. Да. Все, окей, точно. Тут получается, наверное, вот это. Типа он сказал, что он его здесь не видел, да? Ну, вчера-то был кастинг. I know you're lying, Hopgood. Bishop was here, and you know exactly what he was doing and what he left lying around afterwards. You come in here without a warrant, and now you start throwing your weight around? Так. Вот мазер. Чек. Мувитет. Реплика. Бэк. Федрат. Смотри, фильм Real. Марк Бишоп. Ну, то есть Бишоп, да, и это... Ну, то есть его... Вот, вот это, наверное, нет? Это нет. Хотя нет. Ну, наверное, Бишоп whereabouts. Ну, то есть где был Бишоп? Ну да, жена сказала, что он должен быть на съемках. Ну, попробуем.
Логерус, да, вечер добрый, да-да-да. Здравствуй, Логерус. Агент полный свет, это ты правильно сказал. Да. А, классный был сериал в свое время. You could hump a few props, ну, давай. The floors if you got nothing better to do. Не гунди там. You should get your facts straight. Да ладно! Ну блин, ну как так? Я что-то не понимаю иногда тут. Ассоциэйшновый бишоп. Ну какие связи? Что его связывает с бишопом? McAfee's men are looking for Bishop. We need to find him first. Any idea where he might have gone to grab? Где может быть бишоп? Его ищут люди McAfee. My advice to him would be to leave town. Что он сказал, что я прозадумался? Типа, ну если его пытаются найти люди Макафи... Я бы ему посоветовал свалить из города, да? Да. Фильм Рио. Ну вот... Там, блин, возможно, кстати, дата была. Это... Да нет, там просто было, что Бишоп, Хамильтон и отсутствие пленки. Ну как бы я думал, пленку мог кто-то другой забрать. Фоточка? А, типа, был... ну, что-то я думал, что, ну, то, что ему сказали, то, что он был на кастинге, ну, на его этого жена. Достаточно. Да, что этого достаточно. Пучаль. Ну, такое себе, да. Так, так. Дальше? Так, а теперь что, я вот не знаю. То есть он врет, не врет, вообще непонятно. Давай посмотрим ему в глаза. Ну, дядька же это, тут у него парно стоит. Ему в глаза смотри. Он еще вообще спокойный. Он и не такой видел. Типа, чё, а я ничего, у меня тут помещение, а там что-то делают, а я не знаю. Ну, по сути... Ну, Логерус предлагает загнать тот карандашик под ногти вот этому чувачку. Ну да, так этот, криптоанализ. Да-да-да-да-да. Анальный термокриптоанализ, да. Так. Терморектальный. Терморектальный криптоанализ. Это спаяльник. А, да, точно. Так. Ну... Ну, какой, ну, ну, по сути, это что он сказал, что, типа, я посоветовал свалить из города. Ну, тут дело не в этом. Я так понимаю, здесь надо всегда подразумевать... этот подтекст. То есть сказать-то он сказал, что типа я не знаю, где он, но я бы ему советовал свалить. Но вот на тему, что я не знаю, у меня сомнения, например. С учетом того, что он уже нам соврал о том, что его тут не было. Поэтому, по-моему, сомнения в квадрате. Ну, мне так кажется. Okay. Ну, неправда. Вот я детектив вообще, мать. Я говорю, я вот не понимаю, как с этим дядькой. По-моему, с ним тоже всегда заваливал разговор. Потому что я даже на русском не понимала, что делать. Это дело полиции нравов, да? Вы моего информатора тут прессуете? Да, он информатор очень важный. Посмотри на эту мордашку, да. So we just drop it? Давайте все бросить еще. You know I'll be making a full report to the captain detective. You do that, kid. We're all very impressed with you. Let it slide, Cole. Я вообще-то хотел тут по полной разобраться, но тут этого не трогайте, найдите другого. Здрасте. That's right, detectives. You wouldn't happen to know the guys who roughed up Mrs. Bishop earlier today by any chance? No, no, not us. We don't do that kind of thing. It's the husband we'd like to talk to. This is a police matter. You don't want to be taken in for obstruction of justice, do you, boys? You could try the obstruction, but it won't stick. We could beat that. You've had your 10 cents worth, gentlemen. Сказали, что типа вы хоть и полиция, но не лезьте, мы тут сами разберемся. Bishop takes it a step too far and tries to rub out Mrs. McAfee. Naturally, guy is going to get upset. What made you think Bishop would be here? We figure he might be planning a little accident for Hopgood too. А он думал, что он тоже небольшое это происшествие планирует. You let us know if you find Bishop.
Guy McAfee can be a very generous man. I'm only going to warn you once, gentlemen. Stay out of this. This is a police matter. We will be bringing Mark Bishop into custody. At least he's polite. Kind of dumb, but polite. But I'm a lot less polite, you smug son of a bitch. So let me put it in ruder terms that even a paralyzed man... Вежливый, дурачок невежливый. Тут Стефан говорит, зато я не очень... The only reason we have bars on because you're small fry. And we don't waste our time on кого-то там. You stay away from Bishop, and you stay away from me. Is that clear enough for you, asshole? Now run along back to your boss, so we can pat you on the head and tell you what good boys you are. Построит. Друзей заводит. Среди, да, среди наемников мистера Ти. Опа. Нет, 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 не друзья, не уволим. Блин, а нам чё? Вали! Воу, прикол. Вот это весело вообще. Need to be closer, Cole. А как ты? They really don't want anybody get the bishop before they do. Может как-то у тебя? I'll try for the tires. Keep your foot down. Давай тихо так. Вообще правым стиком поедем. Воу! Он сам стреляет. Нет. Он сам стреляет. Мама ехать рядом. Дым! Воу! О-хо, красиво сейчас было! И он все еще стреляет. Уже. Сейчас взорвется. А, сушку, все, оторвались, нет? Ничего себе, оторвались! Мы им оторвали просто всю догонялку. Так, а. Сзаду куда она не осталась. Давай сворачивай. Немножко покатушек. Да, экшн. I can't take the shot from here, Cole. Давай дави его. Прижмем сейчас. Прижмем. Вот, куда вы ехали бы мимо? Ну, что вы даете, ребята? А, нужно развернуться? Думаешь? А, или просто? Ну, давай, давай. Ехать. Да. Ну, мы как бы с ними поссорились, и да. Беседовать с ними нет никакого желания все равно. Jesus, Bishop started a goddamn war! No! Let's see him chase us now! Onto the movie set, Phelps! Let's roll! Emergency! They say working traffic is like watching paint dry. You know how to piss people off, Bukowski. Hey, if they're prepared to gun down cops in broad daylight, McAfee really means business. Seems like we're the only ones who want Bishop alive. I have a good mind just to let him go work on the son of a bitch. I'm about done putting my life on the line to protect some child molester. That's our job. Ну, так можно было? They don't get to dole out the justice. Типа, надо точку назначения выбрать, я думаю, да? Что-то она не двигается. Куда сюда? Декорации. Но. Вообще крутяк. Шли пушечки, огни, все лучше. Сички я люблю. Жертвоприношение. There's a slippery bastard now. Ага, реально он тут. God damn it!
God damn it. Lord Bishop, stop! LAPD! LAPD. А, вот он. Он так бежит, как-то не напрягаясь, по-моему. Но. Колтом за ним. А нет, точно, она нормально. Напрягся. Блин, ну вот прям вот близко же. Вообще, когда-нибудь может тут догнать, а? Как не помню, там все время какая-то ситуация, что... Вроде бы он близко, но типа не догоняется. Вау! It's us or McCaffrey's boy, your choice. I didn't do anything! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Где Индиана Джонс? Да вообще. А вот же толстый как-то. За пятую? А... Да ладно! Вот же ж козлина, а. Пока до самого верха не догонишь. Ну я говорю, ну вот подстава. Как он так драпает? Кинопродюсер вот так вот бегает. У него работа такая. Спортсмен. Часто бегает. Не говори, Диана Джонс. Ладно, ты толстенький прыгает, ничего. Вот мы побежали. Было неожиданно. Ну так собрались наверх, потом... Ой, а как слезать, да? Да, там же что-то ломалось сзади, подожди. В общем, изнасилование и попытка убить. Ну, пожалуйста, не стреляйте пока. Значит, если вы меня нашли, значит, люди МакАфи. Помогите, пожалуйста. Stay close. Any tricks, and I'll save McAfee's boys the trouble. Follow me. I know another way out of this place. Теперь мы его еще и защищаем. О, да, перестрелочка, помню, да. Да? Увлекательно. Башки ему, по башке ботинкам ему. Last chance to back the hell down. Подожди, давай спрячемся, давай спрячемся. Ой, давай. Управление, управление, управление. Так. Так, камера, камера. Так. Так. Перекурим. Перекурим, да. Так. У него просто винтарь. Неплохо. Да. Кем-то бегать и стрелять одной кнопкой. Да? Да. Подожди, а мы можем винтарь поднять? О, можем. Можем, да? For God's sake, I don't wanna die! Как поднять? На крестик. А, пикап. Ну и перестанем уже. О, неплохо. This really the best McCaffrey's got? А он умеет что-то побежать? Ой! Ой, шляпа! Шляпу потеряли. Неплохо. God, they're everywhere! Можно выстрелить в бочки. Оп, шляпа обязательно. И дестрой сделать. Так. Самой. Чего? Прицеливаться. You have to get me out of here. There's no way out of here. I thought you said you knew where you were going. We have to jump for it. Чего? Jump? Во, ничего, он так смело. Да вообще. Watch out. Watch out. Ой, вот тут прятаться надо, да. And it's the electric chair. Неплохо. Патронов что-то брать. Подними, ну-ка. Not bad. Переместимся. Где нужно туда? Не-не-не, вот сюда, вот сюда. Оп, оп. Шляпу потеряли. Жди, где? Где этот есть? А, вот. Да, споткнулся. Так, и наверху. Так. Ой, обратно. Здесь была шляпа. Око за око, да? Шляпу за шляпу.
Где шляпа? Где шляпа? Шляпа, вот она. Шляпа? Угу. Так. Что там, синенький? Оп! Наверху пока. Клиент. Шляпа. Шляпа? Шляпа упала вниз, не было. Ого. Сожги себе руки, называется, спир. Get him over here, I'll cover you! Come on, the cavalry's here! Кавалерия приехала, валим. Воу-воу-воу, фига себе там. А, куда? Those barrels at the base of the elephant column! They're full of gasoline! Shoot them! Quickly! Let's go! Stay with me! Еще где-то сейчас. Нет, чувак.